Здравствуйте, дорогие телезрители. Пока. Да. Давайте как предмет декора у нас сегодня. Василек, может договоримся? Я раньше не сказал бабе. Все, отстаньте. Ты очень подонок. Всем привет! Друзья, сегодня мы снимаем ролик очень интересный. Во-первых, он интересен тем, что мы с Софой немного похожи. Сидим немного в одной той же пижамке. Между нами сидит какой-то мальчик, но мы его подобрали на улицу около подъезда. Поэтому, если он будет говорить какие-то неадекватные вещи, вы внимания не обращайте. Потому что мы сами можем чего-то не ожидать от него. Итак, друзья, а видео-то наше называется «Угадываем песни и...» Все, надо было не брать его, я же тебе говорила. Наше видео называется «Угадываем песни тиктокеров, блогеров и других известных лиц». Хоть видео, можешь телефон не да брать. Да вы не обсуждаете. Да вы не делаете нормально. Вася, может, пойдем покатаешь, мы пока обсуждаем. Сегодня в нашем видео в роли ведущего будет наша любимая мама Купирайс. Призвук обычно. Пу-пу-пу-пу, сделайте выстрел, чтобы картинку вот так ба-па-па. Все, ближе. Просто тиктоки, у нее свои. У вас тиктоки сломался. Мы не знаем, какие песни нам приготовила мама. Она будет включать нам минусовки треков известных тиктокеров. А мы должны будем угадать. И в конце будет проигравший, который исполнит жесткое наказание. Сегодня нам будет легко, потому что у нас есть наказание. Мы достанем из мешка пару заданий, и из них нам придется выбрать, что мы выполним. То есть она может выйти голой на улицу, а она может побриться на лосо. А вот этот человек может пойти на... Я считаю, что я выиграю, потому что я знаю песни всех, абсолютно всех тиктокеров. Я считаю, что я проиграю, потому что я не знаю песни никаких тиктокеров. Я и тиктокеров толком не знаю. У нас есть задание классное для Васи, поэтому проиграть должен он. Хотя он самый главный тиктокер, и по идее он выиграет. Мам, ну я же говорю на камеру, ты что говоришь? А он что-то теребит. Тебе один балл. Итак, следующая композиция. Дань Милохин, Дико Тусим! Да. Как ты с первой ноты это делаешь? Я только успеваю. Все, Софику записываем второй балл. Мы с Василием, по-моему, сегодня будем выполнять задание. Да, походу. А я буду смотреть на вас. Приготовили? Слушайте. Вася, немного не тиктокер. Я не участвую, это сложно, это пианино. Счет 2-1. Ох, минус 3. Я такого не знаю. Карнавал. Вася, давай. Вася. Падает лед, падает пепел. Нет. Его шиф, да. И счет становится... Вася, давай же! Да что я могу? Я вообще не понимаю, я не распознаю. Итак, следующая песня. Карнавал, психушка. Опять домой. Кто? Истерика, карнавал, истерика. Ты не произвел. Блин, мне сказал карнавал, опять карнавал, Вася вышел из чата. Вася, как предмет декора у нас сегодня. Правильно, Шувал, Вася победил. 3 балла. Не надо так переживать, это просто игра, это просто видео, Вась. Не переживай. Я сейчас выключу. Давай помогу. Вась, да что у тебя не получается? Что я что, знаю, что... Вася, ну ты так расстраиваешься, как будто тебя на день рождения не пригласили. Я не расстраиваюсь, что вы меня признаете. Все, отстаньте, все. Минус один. Так, алло, Кирилл. Замена. Ребят, кстати, вы бы хотели заниматься бизнесом? Да, я помню, как ты в 9 классе думал об этом. Как вы думаете, с какого возраста можно заняться бизнесом? Мне кажется, возраст это совсем не главное. Достаточно просто иметь классную идею. И если она у тебя имеется, то проект «Мой первый бизнес» это то, что тебе нужно. Сейчас запускается 4-й сезон конкурса, и чтобы туда попасть, достаточно просто зарегистрироваться на сайте и пройти небольшое тестирование. Неважно, насколько проработана твоя идея. Если она крутая, тебе помогут с ее реализацией. Всего в конкурсе 5 этапов.
Каждый из них будет интересным и познавательным для тебя. Победители получат ценные призы, а также поддержку от партнеров конкурса. Думаю, что возможность очень классная, поэтому присоединяйся к проекту. Ссылка на него ждет тебя в описании. Уверена, что это будет крутой экспириенс. Гаврилина заружила. У-ху! Ага, это 5 баллов. А ты что, Гаврилина? В смысле, ключи, я не поняла, как ты угадал-то? Володя... Я первая. Я раньше не сказала Бабич. Я первая сказала. Ну, я не знаю. Я сказала первая, я назвала все Артур Бабич. Я сказала раньше вас Бабич. Предлагаю всем Ванул Бабич. Нет, так ничего, что я сказала и название, и песню. Сюда, тебе все наблюдать. Нет, по 0-5. Покров парень села. Да. Щетка. В смысле? Факт. Как? Не знаю. Я даже до сих пор не поняла. Я не знаю, как Софа угадывает эти песни. Я просто в шоке. Я до сих пор же понимаю, не поняла. Софа уже, короче, лидирует. Она у нас сегодня неоспоримый победитель. Мы с Ватикой будем сейчас соревноваться за второе место. Сейчас не помню вообще. Я дома, угадай, как я в норме. Это? Нет. Это Милохин? Ну, угадывай. С кем Милохин будет ходить? Я хочу сделать вот так, Маруся! Блин, вот точно. Еще осталось совсем немного песен. Кто же проиграет? Василек. Может договоримся? Казакруз, рэпер. Я первая была. По полбала. Я первая. Да, он даже песни не знает. Я услышал знакомый. Дочка прокурора Слипи. Молодец, красавчик. Как ты с первого бита? Гуччи Пономарь Гуне. Да. Молодец. Ты что делаешь, мальчик? Ты что творишь? Крит. Крит. Роллс-Ройс. Кукулё. Крит Лимбо Кукулё. Да. Блин. Но Егор Крит мы сказали. Милохин. Подонок. Идите ко мне. Вот, слышно. Погоди. Очень. Егор Крид. Либо. Иксо, Егор Крид. Иксо. Роллс-Ройс, Егор Крид, Джиган. Да. Тимати еще. Да. Когда прошло. Хэнси. Молодец, Вася первый. Баста, когда меня не знали. Нет, в смысле, я сказала исполнителя. Да, Вася первый. Знакомая чудо. Дора влюбилась. Привет, Дора влюбилась. Да. Ты сразу угадал. Считываем Васи, потому что он вам поддался. Ладно, это Вася поддался. Бабич. Блин, где ты был? Это же Бабич, это не мой пиццу, как он вот сидел. Мы не пузырёк, а Ваша Маруся. Да. Ганс, выходи. Она же сироп Ганна, сироп. Да, Саша первая. Итак. Подводим итоги. Итак, с огромным отрывом от нас победила Купер Дупер, потому что она спец в тиктокерах. Внимание, если вам нужен диджей на праздник, который будет эти тиктокерские песни, зовите Купер Дупер. Хочу сказать, что я вообще не спец в тиктокерах, просто я по первым секундам, не знаю почему, угадываю все тиктокерские песни. Второе место занимаю я. Ну и проигравший оказался у нас этот мальчик, которого мы подобрали на улице. И поэтому, Вася, твое задание... Позвонить Ноусу и сказать, что ты гей. Вот, смотрите, дорогие друзья. Это не обман ни в коем случае. Звоним Андрюше Ноусу. Мы недоступен. Минус три. Итог. Алло, привет, брат, не занят? Нет, бро. Слушай, короче, так вышло. Я сейчас покинул хаос. И я немного поменялся, короче, в ориентации. Я теперь гей. Я как раз сижу сейчас в ванной. Я понимал это от тебя, и там мы еще общались. Так что ты нас покинул. Твою ориентацию не приняли, но... Да, есть такое. О, значит, меняет тоже тогда? Да, наверное, правильно.
Че, может, как-нибудь встретимся? Мне нравится эта идея. Ему нравится эта идея. А, давайте завтра в 12 часов я еще питерскую тусовку позову. Сделаем обзор за ваш видео. Ладно, бро, это было на YouTube, я снимал на YouTube, поэтому все норм. То есть натурал, да? Расстроился. В общем, Андрюша Нойлз расстроился, то, что Вася сказал ему неправду. Ну ничего. Я вообще не ожидал подобной реакции. Завтра в 12:30. Он подыгрывал, что это видно. Нет, он не подыгрывал, нет. Он на самом деле не подыгрывал, нет, он не подыгрывал. На такой вот замечательной, радостной ноте, позитивной, оптимистичной заканчивается наш ролик. Вася сделал свои выводы про Андрюшу Нойлза. Ну что ж, ребятки, мне было приятно вести этот ролик. Я, в принципе, его и создал. Можете ставить тут лайки, а тут комментарии, а тут можете сделать красную кнопочку серой. Поэтому, ребятки, всех жду в комментариях. И пишите, что я самый лучший, и тогда будет все классно. Ставлю лайк, подписываюсь на канал. Пишу комментарий. А еще, ребята, подписывайтесь обязательно на наши вот эти инстаграмы и тиктоки. Не забудьте, потому что вот этот мальчик в тиктоке снимает переходы. Раз, два, три, переход, переход! Переход? Это переход был суперский, ставьте лайки за переход, подписывайтесь на канал. Если нравятся такие переходы, переходите в TikTok, там их много. Всем пока! Ой. А спонсор этого ролика именной худи от Alderson. Можно целоваться. Это было? Надо вот так.